Всем привет, канадская фигуристка Любовь Илюшкина порадовалась прибытию Евгения Медведева в Канаду на тренировке с Брайаном Орсером. Мы заполучили ее, надеюсь, что Медведев найдет в нашем крикет-клубе второй дом, как это случилось со мной в 2014 году. Желаю ей достичь всей цели, следовать мечтам и удачи на тренировках. Добро пожаловать в нашу семью, написала Илюшкина. В 2014 году Илюшкина переехала из России в Канаду и встала в пару с Диланом Москвичом. В 2017 году Илюшкина получила канадское гражданство. The Canadian figure skaters Любовь Илюшкина was glad to Евгения Медведева's arrival in Canada on trainings with Brian Orser. We have caught her. I hope that Medvedev has a second house as it happened to me in 2014 with fight in our cricket club. I wish her to achieve all the objectives to her dreams and good luck at trains. Welcome to our family, Илюшкина has written. In 2014, Илюшкина has moved from Russia to Canada and has got up in a couple with Dylan Moskvich. In 2017, Илюшкина has obtained the Canadian citizenship. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я хорошего желаю дня. До свидания. Всем пока-пока.